Такая у нас картина за обедом. Ух, прячемся мы. А все почему? Потому что они друг дружку дополняют. В общем, они хоть и не двойняшки, но мы их между собой зовем сладкая парочка Твикс. О, Егор нам свет включил. Думаешь, так лучше видно будет? Снежана у нас отказывается есть борщ. А все потому, что Егора похвалили. Да, Егор? Да. Егору сказали, какой он молодец, все скушал быстренько. Василиса тоже все скушала. Они уже и чай попили. А Снежана сказала, тогда есть не буду. В общем, вот она не ест. Вот я сижу и думаю, то ли ее с ложки покормить, первоклашку мою, то ли ее оставить до ужина без обеда. Разрешить ей не доедать. Не знаю, что делать. Что, Егор? Можно хлебушек наесть? Ты не наелся, что ли? Ну, доешь хлебушек. У нас не наедается. Я боюсь ему еще одну порцию давать, но порция не маленькая. У него было чуть больше. Снежане и Васе я меньше накладываю. Это нормальная полноценная порция первого. Взрослым тоже так же вот дает. Я также и Лера у меня столько, и Сергей Витальевич у нас тоже такую же тарелочку кушает. Егору ее не хватает. Как я уже говорила, синдром блокадника. Да, Егор? Вечно голодный студент. Это вообще. Ну что, Снеж, будешь доедать будем или не будем? Не будем доедать-то? Нет? Невкусный, наверное. Что? Да, Егор, всем привет хочешь сказать. А мне шепчешь. Ну, говори всем привет. Всем привет. Всем привет. Даже слеза течет. Мне ее очень жалко. Но вот что делать с таким упрямством? Пусть поголодает до ужина. С голоду не умрет. В общем, раньше, когда они у нас только еще появились, такого не было в силу того, что они были маленькие. И в силу того, что они еще не могли насытиться. Снежа тоже много ела и постоянно, и все без разбора. Вот ей что не дай, она все съедала. Сейчас она стала очень разборчивой в еде, в отличие от Егорки. Егорка ест все. Чего ты хочешь, со стола вытереть? Иди вон там, где напачкал, вытирай за собой. Да я сейчас сама вытру. Положи туда. А то сейчас ты лягушек там тут разведешь. Вот. А сейчас она у нас очень разборчивая в еде. Она и в садике. У них был утренник. И всех поднимали и спрашивали. Кем же кто хочет стать? Кто-то хотел стать парикмахером. Кто-то хотел стать космонавтом. Кто-то полицейским. Были такие, что хотели стать бухгалтером, кто-то артистом, в общем, много разных. И тут вот называют Снежана, Снежана выходит и говорит, а я буду королевой. Да, Снеж? Королевой красоты, наверное, будет. Ну, потому что я ее все принцесса, принцесса, моя принцесса. Наверное, логика сработала, что принцесса станет королевой. Вот она и королевой заявила на садике, на утреннике. Я десантником. Десантником? Может быть. С твоими-то медалями. Запросто. Ну, у нас чемпион, да, Егорка? Да. И Снежа тоже стала первые места получать. Тоже у нее хорошо в спорте. Но... Вася за ними подтягивается. Ну, Вася у нас лентяйка. Но тоже подтягивается. Василиса идет. Решаем, что делать. То ли ее оставлять до ужина без обеда, то ли с ложки ее покормить. Ну что, семейный совет? Что делать будем? С ложки кормить. С ложки кормить? Ты, Снеж, что скажешь? С ложки тебя кормить? Но мы это уже снимать не будем. А то скажешь, ничего себе, первоклашка-то, ее еще и кормят. А? В общем, вот такие у нас.
театральные постановки. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Лайки ставьте. Ну, семейный совет решил, что будем сейчас докармливать.